Тебе так кажется, пошел дождь, но я все равно продолжаю снимать. На улице как-то пустынно, скучно. Люди ходят в теплых куртках, тепло одеты. Я иду, допустим, под зонтиком. Вот мой зонтик с Микки Маусом. Смотрите, воробьи. Эти скворцы, кажется. Да, скворцы, жаворонки, кажется, черные. Ой, ой, дерутся как. Ой, ой, дерутся, червячка не поделили. Там собирают картины уже, потому что начался дождь. Ну, вот так вот. Так, вот здесь была хорошая такая, хороший киоск хачапури, но на зиму он закрывается. Я хочу пройтись вот по этой улочке. Ой, ребята, слушайте, нашло какое-то новое кафе. Смотрите, никогда так тут не было. Корчма называется. Корчма. Белорусская кухня, мочанка 6 евро 10, драники 6,90, ну и пиво 2,24, квас 2,7, никогда здесь не было. Сейчас покажу. Так, кофе на вынос евро 90. Драники. Ух, я бы хотела его попробовать, драники. Ребята, мы сейчас находимся вот в этом кафе белорусском. Так, я села за стол, мне сразу же зажгли вот такие вот свечи. И вот такое меню. Я взяла драники. Драники с луком. Лук внутри. Ну, такое интересное меню. Вот сейчас водку буду пить. Вот с такой вот бутылки, стаканами. Стакан водки. Смотрите, как я буду мучиться. Ребята, посмотрите, мне принесли вот такие обалденные драники. О, со сметанкой. Хрустящая корочка. Ой, боже мой, и при свечах. И даже вот с такой бутылкой водки. Блины. Такое вот меню. Такие вот стулья, посмотрите. Обалдеть. Ну, сейчас я покайфую. Смотрите, здесь еще вот есть зал внизу, такой вот, то есть можно даже вот здесь. Ой, как красиво! Смотрите, какие кресла старинные, представляете? Супер, можно даже вниз спуститься. Так, здесь напротив туалета такой стол, ручки. И здесь можно написать любое-любое пожелание. Визитки. И вот эмблема кафе. Кафе. В Вильнюсе. Кусочек Белоруссии. Ребята, приходите, пробуйте. Хорошее кафе. Советую, рекомендую. 10 баллов. С друзьями даже посидеть вот в этом зале. Просто супер. Ну и тут каждый может составить свой автограф. Ну все, на этом я с вами прощаюсь. Пока-пока. Ставьте лайки, пишите комментарии свои. И обязательно сходите в это кафе. Добрый день, ребята. Мы находимся на улице Бокштон. И мне в глаза кинулось вот это отреставрированное здание. Так, гастрономика, ресторан и Бокшто спа и Бокшто сквер.
И мы сейчас сюда вот войдем. Вот, машины не могут въезжать. Так, никогда здесь не было. Тут сделан какой-то ремонт. Смотрите. Так, корпус один. Потом налево спа. Каплица. Корпус 2 и ресторан направо. Угу. Вот это я. Вот это я. Такая вся. Какой-то спа. Обычная территория. А, вот вход вот здесь вот. Бог, что спа. Смотрите, и даже так время с 9 до 21. Тут все такое зеркальное. Какое-то здание. Привет, это я. Вовсю идет дождь. Дождь идет. Так. Ну, конечно же, красиво сделано. Несмотря на то, что осень, но красиво. Мне нравится. Прийти погулять. Цветов много. Много цветов, посмотрите. Я в интернете посмотрю цены какие. В этот спа. Спа есть, кстати, там, где мы один раз я снимала, там с диджеем заходили. Там тоже есть спа. Но там самое дешевое, наверное, от 100 евро. Тут, наверное, то же самое будет. За стенами старое здание. И вот ресторан, смотрите. То есть вот там пара спускалась, лестница. Ресторан, там столики стоят. Закуточек такой, вот закуточек. Такие арки. Тут уже такие. Здесь, наверное, какая-то, скорее всего, даже может и гостиница похожа, что-то такое. Ну, в ресторане никого нету. Вот такая крыша у него. Ну, вот дождь. Дождь. Так, какой-то. Так, камеры стоят всюду. Сейчас меня снимут тут на камеру, выбежит охранщик и скажет,
Вы что, не знаете, что тут снимать нельзя? А вы тут с телефонами ходите, с камерами. Ладно. Так, вот давайте спустимся там, посмотрим, когда этот ресторан работает. Ой, пошел во всю дождь. Мне надо уходить отсюда. Как-то передавали в 3 часа дождь. Нехорошее выбрала время для прогулок. Ну ладно. Сейчас покажу вам, когда там работает ресторан. Может, когда-нибудь мы исходим с вами в ресторан. Не хотите в ресторан сходить? Там цены. Там меньше 100 евро нечего делать в этом ресторане. Вот такой дворик. Спускаемся. Тоже вот все-все в зеркалах. Смотрите, в зеркалах. Ага. Так. Со вторника работает. По субботу. И со вторника до субботы. Сегодня не работает. С 5, 17 до 23. Все. Так что мы туда не попадем сегодня. Ну, красиво. Красиво. Тут можно посидеть. Здесь, смотрите, тоже большая лавка такая вот. Комфортно. Молодцы. Ну, тоже какой-то пришел, снимает. Это, судя по одежде, иностранец. У нас так не ходят. Ну вот и выходим на бок, что 7.